За угон самолета Ан-2 в Свердловской области начали наказывать руководителей региональной полиции. Глава управления МВД Михаил Бородин принял несколько жестких кадровых решений. За упущение в работе по воспитанию личного состава генерал Бородин принял решение освободить от занимаемой должности исполняющего обязанности начальника Серовского райотдела полковника Люничева и начальника этого подразделения полковника Целинского. Кроме того, принято решение предупредить о неполном служебном соответствии начальника областной инспекции ГИБДД полковника Демина. Напомним, по информации МЧС, на борту пропавшего самолета находилось от 7 до 13 человек. Среди них начальник Серовской ГИБДД, несколько его подчиненных и родственников. Самолет поднялся с аэродрома Серова в понедельник вечером без какого-либо разрешения. Поиски пропавших ведутся на территории сразу нескольких субъектов, граничащих со Свердловской областью. В поисковой операции задействован региональный спасательный отряд, работают вертолеты и самолеты МЧС. В ближайшее время будут привлечены дополнительные силы. Прорабатываем вопрос использования беспилотных самолетов. У нас их, к сожалению, нету, а вот по Хантам я веду переговоры и по Челябинской области, чтобы их получить и, соответственно, задействовать в проведении поисковой операции.